Пабло Пикассо – испанский живописец, основоположник кубизма, самый известный художник 20-го столетия. Родился в будущий день 25 октября 1881 года в Андалузии в селении Малага. Отец Хосе Руис занимался живописью. Мать Мария Пикассо Лопес принадлежала к зажиточному роду владельца плантации винограда. Мальчик был очень красив и талантлив. В 7 лет он уже начал помогать отцу в написании полотен, а в 8 лет написал свою первую картину «Пикадор». После учебы в Барселонской академии художеств Пабло поступает в Мадрид в престижную академию Сан-Фернандо, где поражает преподавателей своим талантом. Здесь Пикассо создает картины «Первое причастие», «Автопортрет», «Портрет матери». В силу своенравного характера Пабло бросает учебу и со своим близким другом Карлесом Касамакисом неоднократно посещает Париж, где посвящает себя изучению живописи Делакруа, Ван Гога, Гогена. Молодые люди заводят знакомство не только с преподавателями богемы, но и с богатыми коллекционерами. В 1901 году случается трагедия, которая наложила отпечаток на творчество художника. Его друг Карлес заканчивает свою жизнь самоубийством из-за несчастной любви. В память об этом событии Пабло создает ряд картин, которые принято относить к первому голубому периоду. В 1904 году Пабло Пикассо решается на переезд в столицу Франции, где его ждут новые впечатления и события. Перемена места жительства дала толчок второму периоду творчества художника, который принято называть розовым. В основании Монмартрского холма стоял цирк Медрано, артисты которого и служили натурой для произведений молодого художника. За 2 года была написана целая серия картин. В 1905 году появилось самое значительное полотно этого периода «Девочка на шаре». Через 8 лет картину приобрел российский меценат Морозов, который и привез ее в Россию. В 1948 году «Девочка на шаре» была выставлена в музее имени Пушкина, где она находится до сих пор. В 28 лет Пикассо пишет картину «Авиньонские девицы», которая стала предшественницей произведений, написанных в стиле кубизма. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трехмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двухмерном изображении. Таким образом, художнику удается изобразить объект одновременно с разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с одной стороны. В 1917 году Пабло Пикассо предоставилась возможность сотрудничества с русскими сезонами Сергея Дягилева. Жан Кокто предложил мэтру балета кандидатуру испанского художника в качестве создателя эскизов, декораций и костюмов новых постановок. В 30-е годы Пабло увлекся созданием скульптур. Одним из экспериментов художника становится создание иллюстраций в виде гравюр произведениям Овидия и Аристофана. В годы Испанской революции и войны Пабло Пикассо находится в Париже. Художник в 1937 году создает полотно «Герника». Излюбленной тематикой послевоенного времени для Пикассо становится древнегреческая мифология. Она находит воплощение не только в живописных полотнах мастера, но и в керамике. В 1949 году для Всемирного конгресса сторонников мира художник пишет полотно «Голубь мира». В 60-е годы Пикассо полностью отдает всего себя созданию женских портретов. К концу жизни художник обладал уже мультимиллионным состоянием и несколькими личными замками. 9 мая 1963 года был открыт музей имени Пикассо, единственный в своем роде, созданный при жизни мастера. Музей сначала представлял коллекцию работ Пикассо, принадлежавшую Хайме Сабартесу. А в 1970 году Пабло Пикассо подарил музею почти 1000 своих работ. За свою долгую творческую биографию художник создал 80 тысяч полотен, более 1000 скульптур, коллажи, рисунки, эстампы. 8 апреля 1973 года на фоне воспаления легких сердце 92-летнего гения остановилось.